Нет, нет, не надо. Уходите. Давай, давай. Иди. Иди сюда. Иди сюда. Убирайтесь. Убирайтесь от меня. Отстаньте от меня. Убирайтесь. Отвалите. Отстаньте от меня. Убирайтесь. Нет, нет, нет. Нет, не надо. Нет, 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 нет. Отстаньте. Оставьте меня в покое. Оставьте меня в покое. Нет, не надо, не входи, не входи. Папа, это я. Я принесла тебе ужин. Ты говорил, что карри твое любимое блюдо. Поскольку ты временно живешь у нас, я хочу, чтобы ты был счастлив. Послушай, нам даже не обязательно разговаривать. Нет, нет, не надо, не надо. Давай, быстро, быстрее. Ночная книга. Привет, детка, у тебя сегодня тест по переводу? Да, через пару минут. Все еще собираюсь использовать мое рабочее видео на экзамене? Да, я послал его боссу, по крайней мере, видя твое лицо, мне будет проще. Не волнуйся, у тебя все получится. Был сегодня здесь. Острова просто потрясающие. Как тебе это место? Ну, выглядит прекрасно. Я скучаю по тебе. Удачи на тестировании. Что? Почему веб-камера подключена к нашей системе безопасности? Чтобы оба были в безопасности. Ну, вы выглядите идеально. Так, удручающе. Добрый вечер, Коди. Я готова, жду вас. Начинайте, я выключу камеру на секундочку. Я все еще здесь. Ссылка на перевод на экзамене. Ваш руководитель приступил к тестированию.
Архипелаг Годсханд может похвастаться одним из самых северной части Тихого океана. Возможно, не более, чем его самый большой остров Лепус. Однако, несмотря на это, на острове очень слабо развитой инфраструктуры нет туристов. Нимбата Hotel Group совместно с Quentin предлагает проект развития участка буквы Ивавельди со строительством роскошного отеля на 35 номеров со спа и комплексом дыряния с аквалангом. Спа-центром и комплексом для нас управления. Период консультации уже начался, и мы знаем, что вы, так же, как и мы, приложите максимум усилий, чтобы довести этот проект до конца с минимальным шансом на природный ландшафт и дикую природу этого прекрасного залива. Наша предварительная заявка уже представлена Совету Годсханда, и мы надеемся, что присоединитесь к нашей инициативе, ведь лучшее для местной экономики и трудоустройства. Это чтобы строительство началось с начала следующего года, и мы могли открыть двери нашего отеля уже через год. Мы надеемся на скорую встречу на Ивавел. Le chef de projet joue sur le nom de la crique Ivawel et le mot anglais welcome qui signifie bienvenue pour souligner son désir de vous souhaiter la bienvenue très bientôt au sein de l'hôtel. Итак, давайте проведем небольшой анализ. Я забыла, как переводится акваланг, и... Да, вы тоже слышите слово это каждый день. Я старалась певать, но все равно отставала. Он очень быстро говорил. Было где-то полсекунды, когда я была почти уверена, что у вас получится. Вы доносили суть хорошо, просто и быстро. А затем вы отстали, стараясь передать точный смысл. Мы можем повторить тест? Что? Нет. Пожалуйста, ваш совет очень ценен. Я знаю, что могу лучше. Знаете, что я думаю? Я думаю, вам нужно отдохнуть. Это устный период, не письменный. Вам не нужно переводить точь-в-точь. Нет ничего, ничего. Времени нет. Кстати говоря... Что это было? Ничего. Ладно, дайте мне 15 минут, чтобы посмотреть почту, и потом начнем. Тест на беременность. Уважаемая госпожа Уилсон, хотели мы сообщить вам результаты последнего тестирования, проведенного 4 февраля 2021 года. Мы рады сообщить вам, что все скрининговые тесты оказались отрицательными. Несмотря на первоначальные опасения и серьезные проблемы со здоровьем, о которых мы вас уведомили, мы не видим причин для дальнейшего обследования в данном случае. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей полезной брошюрой «Советы для ожидающих ребенка». Дополнительную информацию можно найти на нашем сайте. Продолжайте сообщать нам о любых проблемах. С уважением, П.М. Дентон. Канарское проклятие. Обещанная настройка Лепус компании на провал. Обречен ли проект Quentin Engineering Лепус на провал? Нигде на Земле нет такой красоты, как на островах Годсханд, поэтому это место идеально подходит для строительства нового отеля компании Quentin Engineering. Подумайте об этом еще раз. Называйте это проклятием, если хотите, но знайте, что любой зазнавшийся иностранец, который проигнорирует неоднократное предупреждение коренных жителей Канары и легенды о духах острова, пожалеет об этом. Что случилось? Я внизу стараюсь выглядеть профессионально, а ты стучишь по стенам. Извини, я не слышу тебя, это глупо. Дад, пап, ну хватит, это смешно, ты должен выйти. Я не могу.
Я не хочу подвергать тебя и ребенка опасности. Тогда зачем ты сюда пришел? Потому что Пирс уехал туда. Лепус? Он даже еще не был на острове. Но когда побывает, он вернется с ними. И мы должны быть готовы. Пап, нет там никакого проклятия. Тогда я просто шел с ума, да? Я не думаю, что сошел с ума. Если ты говоришь про злых духов, то... значит, они есть. Лгунья! И беспокоюсь, что становится хуже, но они, должно быть, слышали о строительстве твоего жениха. Как дела у Пирса? Он в порядке. Как ты? Как ребенок? Мое состояние и проблема. Пожалуйста, не меняй тему. Хорошо. Слушай, я постоянно спрашиваю только потому, что знаешь, и что ты прошла, чтобы забеременеть. Но ты права. Они становятся сильнее. Я должен сделать все, чтобы остановить их. И знаешь, то, что я засыпаю после еды, мне не помогает. Я хочу, чтобы ты заперла меня. Что? Я не смогу долго сопротивляться им, и Бог знает, что произойдет, когда я сплю. Мне нужно, чтобы ты меня заперла. Я не хочу навредить тебе. Ладно, я запру тебя. Хорошо. Надеюсь, что это будет достаточно. Мне нужно возвращаться к работе. Ты переводишь на французский или этот липузский язык? То, что я говорю на канарском, дает мне много возможностей найти работу. Этот язык опасен, как и остров. Ладно, ладно, тебе не нравится липуз, но ты можешь хотя бы попытаться быть нормальным. Хотя бы, чтобы я успел закончить свою смену. Я буду делать все, что нужно, чтобы мы были в безопасности. Спокойной ночи, папа. Постарайся немного поспать. Да, спать. Это последнее, что мне стоит делать ночью. Пирсходящий видеовызов. Привет, красотка. Как дела? Хорошо. Хорошо. В смысле, с Коди проблем не было? Ну, вообще-то, она хочет, чтобы я передохнула, так что... Ну, знаешь, если бы она была такой крутой, то переводила бы вон. Не беспокойся насчет Коди. Мы оба знаем, что ты лучше всего работаешь в стрессовой ситуации. У тебя есть новости? Ну, инвесторы хотят проводить дополнительные осмотры площадки, но не хотят за них платить, а местные хотят, чтобы мы ушли. Но в то же время хотят, чтобы мы дали им работу. Уверена, что ты все решишь. Безусловно. Твой отец все еще в нашем доме? Да. Ему лучше? Не совсем. Эта система безопасности – моя лучшая инвестиция. Только продолжай давать ему лекарства, хорошо? С ним все будет в порядке. Я скоро вернусь. Разберусь с проектом, и тогда мы все втроем сразу переедем в Лепус. Но мой отец поклялся, что ноги у него будет на этом острове. Что? Нет, я имел в виду троих нас. Ты, я и наше маленькое эко-чудо. Ты же все еще беременна? Да. Конечно, мы втроем. Лоралин, у меня есть кое-что для тебя. Что? Что это? Прекрасно, да? Папочка уехал на Лепус. Честно? Настолько ужасно?
это провал. Пирс, мы можем на минуту поговорить серьезно? Как ты думаешь, правдивы ли эти слухи? Проклятие. О, конечно, нет. На острове все спокойно. Да, наверное. Я знаю, что много работаешь с местными, потому что знаешь язык, ну да ладно. Злые духи, защищающие растения. О, мне надо идти. Не бери в голову, хорошо? С тобой наш маленький принц. Поговорим позже, люблю тебя. Вы сегодня на расхват. Два звонка, и всем нужен канарский. Отлично. У меня звонок с двумя бизнесменами. Некто по имени Терон. Ага. Хочет, чтобы кто-то подтвердил подлинность книги, прежде чем он ее купит. А другой запрос от ребенка, который хочет поговорить со своей мамой. Я думаю, они отдались друг от друга. Он говорит, что знает вас. Макс Вита. О, я знаю Макса, я учу его канарскому. Полагаю, возьмете на себя Макса. Похоже, что другой заказ интереснее моей карьеры, нет? Я приму звонок от Макса. Хорошо. Подключаю вас. Я буду заглядывать в слит, как обычно. Помните, не нужно быть идеальной. Привет, Лин. Мне сказали, что можешь быть недоступна. Макс, я всегда к твоим услугам. Как поживает твой канарский? Добрый вечер. Хорошо. Очень хорошо. Да, я нашел новый способ практиковаться. Это здорово, Макс. Кому мы звоним сегодня? Моей маме. Я должен пробудить вас, она... Когда я был маленьким... Мы просто редко общаемся. Окей. Здравствуйте, меня зовут Лорейн, я работаю переводчиком в компании Glossolingo. Один из наших клиентов хотел поговорить с вами. Вы готовы? Да. Привет, мама. Макс, как дела? Я в порядке. Твой голос стал более низким. Ты, должно быть, сильно вырос с тех пор, как я видел тебя в последний раз. Простите, я не понял. Твой голос стал более низким. Ты, должно быть, сильно вырос с тех пор, как видел тебя последний раз. Но это было очень давно. Я уже 5 футов 10 дюймов. Вырос 5 футов 10 дюймов. Понятно. Хорошо. Итак, чем ты занимаешься? Что-нибудь интересное? Я столько сделал с тех пор, как мы говорили. Я закончил школу, естественно. Я начал работать. Немного скучно и платят не очень хорошо. Но это все круто. Я начал изучать канарский. Канарский язык? Зачем тебе его учить? Ты живешь в Лондоне, это наше наследие. Если мы не будем поддерживать эту традицию, они умрут. Возможно. Так будет даже лучше. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Ты сказал, что нашел работу. Подожди, я первый спросил. Так, чем ты занимаешься? Я... Чем я занимаюсь? Сижу в саду. Много гуляю. Я работаю, много работаю. Но это скучно. Что еще? О, я читаю книгу. L'ombre maléfique. Tu connais?
Ты знаешь ее? Я читаю книгу «Зловещая тень». Ты знаешь ее? Нет. Прости. Нет, прости. Но оно не важно. Я читал одну книгу. Дай-ка я возьму ее. Je lis un livre en ce moment. Attends, je vais le chercher. Вот она. Смотри. Voilà, это книга, написана на канарском языке. Но здесь кое-что написано на французском. Что, как это учебник истории? Я не знаю, я думал, Лора Лин сможет прочитать. Макс, наш язык не похож на западные языки. Конечно, могу немного читать на канарском. Это священный язык, мы используем его только для важных церемоний. Макс, our language is not like Western languages, it's sacred. We only use it for important ceremonies. Духи великого древа, выпусти и ищи нас. Мы готовы услышать тебя и чтобы ты стал нашим сосудом. Макс, не связывайся с этим. Пожалуйста, остановись, прекрати. Лоралин, мне кажется, я не видел. Что это такое? Гутте. Прекрати. Гутте. Прекрати. Прекрати сейчас же. Идем. А, точно, идем. 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 Что ты наделал? Я стараюсь. А ты просто не хочешь, чтобы участвовал в твоей жизни. Это не так. Я просто пытаюсь уберечь тебя. Мне жаль, что вам пришлось это увидеть. Ничего. Вы действительно говорите на канарском? Зачем вы его учили? Я была там однажды, еще в детстве. И немного позже мой отец работал там некоторое время. Ваш отец? Алекс Уилсон. Извините, мне нужно идти. О, хорошо, конечно, без проблем. Хорошая поддержка с трудными членами семьи. Жить было. Вы следили за звонком? Да. Oh, no.
Ой, нет. Папа? Папа? Алекис, ты вызывала нас. Мы следим, следуем за тобой. Мы идем. Мы идем. Мадам Дюбуа, je veux vous Мадам Дюбуа, я хочу поговорить с вами о моем отце. Я не могу помочь вам. Я на другом конце света. Но вы кое-что знаете об этой книге. Я думаю, вы знаете моего отца, Алексис Уилсон. Вы упоминали его имя ранее. Я думаю, вы работали вместе в 90-м году на строительном проекте. Я не хочу об этом говорить. Мы должны. Он не очень здоров. После нашего звонка появилась тень, и он заговорил на канарском языке, он его даже не знает. Если вы увидите тень, значит, это они пришли к вам. Кто? Духи. Древние духи, они преследуют вас. Так же, как могут преследовать Макса. Как мне остановить это? Я не знаю. Что? Вы должны знать, у вас должны быть идеи. Пожалуйста, я сделаю все. На острове есть поверье, что если вы срежете немного древесины с священных мангровых деревьев, вы должны сжечь ее, чтобы успокоить их. При чем здесь это? Книга сделана из древесины мангровых деревьев. Если вы сожжете ее, духи покинут вас. Им нужно быть рядом с ней, чтобы выжить. Но... Я далеко от книги. Вы в Лондоне, возможно, достаточно. Вы должны помочь мне добыть книгу у Макса. Это не обсуждается. Этот разговор был катастрофой. Тем более причин поговорить с ним сейчас. Он спит. Может быть, но может быть и нет. Я постараюсь получить его звонку. Макс, прости, что разбудила тебя. Нет, прости, что отключился. Это было ненормально. Ты повел себя странно. Ты вел себя странно. Странно? Ты вел себя безответственно. Я безответственный. Ты бросил своего ребенка. Нет, Макс, пожалуйста, просто послушай, что она скажет. Хорошо, в чем дело? Макс, мне нужно, чтобы ты сжег книгу. Мне нужно, чтобы ты сжег книгу. Нет, ни за что. Макс, отец убьет меня. Это книга моей семьи. Он украл ее. Что? Забери ее у него. Забери у него книгу. И если он будет доставлять тебе неприятности, посылай его ко мне, я с ним разберусь. Хорошо, ладно. Окей. Хорошо, я сожгу книгу первым делом утром и... Макс, нужно это сделать прямо сейчас. Уже глубокая ночь.
Он заметит. Принеси ее мне, хорошо? Принеси ее мне, я сожгу ее здесь. Ладно, хорошо, мне понадобится около часа, чтобы добраться до тебя. Спасибо. Пока, мам. Да, я позвоню тебе завтра. Хорошо. Right. Ладно. Отслеживание. Макс разрешил вам. Хорошо, книга в пути. Нет, нет. Папа? Папа? No. Нет. Мы призываем тебя помочь нам. Оператор военной службы, какая помощь вам нужна? Полиция, пожалуйста. Алло? 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 Пап. Останови разрушителей. Нет. Защити великое древо. Останови разрушителей. Что? Можешь повторить? Ты поможешь нам? Я? Я не буду помогать вам. Ты вызвала нас. Ты наш сосуд. Була.
Что мне нужно сделать? Защитить великое древо, останови разрушителей. Пирс. Вы хотите, чтобы я остановила Пирса и застройку? Ты поможешь нам? Нет, я не собиралась вызывать вас, это была ошибка. Ты поможешь нам. Или мы покончим с теми, кого ты любишь. Я помогу вам. Хорошо, мы будем наблюдать. Не подведи нас. Лоралин? Пап? Что происходит? Не беспокойся, все разрешилось. Отдохни, все будет хорошо. Позвони мне. Пирс. Позвони в ближайшее время. Позвони мне прямо сейчас. Что-то с ребенком? Или с отцом? Привет, Лоралин. Прости, я знаю, что обещала, что мы пройдем еще одну сессию сегодня вечером, но... Происходит что-то странное. Это... Возможно, это все... Ночные смены? Клянусь, слышу что-то, кто говорит на канарском. Коди! Пирс, входящий видеозвонок. Лоралин? Лоралин? Что? Что происходит? Мне нужно, чтобы ты остановил проект застройки. Что? Почему? Все в порядке? Лоралин. Я расскажу тебе, но ты должен мне поверить. Хорошо, но сперва успокойся. Просто... Я с радостью поверю тебе. Просто расскажи мне, в чем дело. Ты в порядке?
Проклятие Липус, реально. Лоралин, ты сказал, что поверишь мне. О, ну хватит. У меня и так куча проблем с островитянами, и ты туда же. Сейчас это совсем не к месту. Может быть, они правы. Они напали на отца. Они напали на меня. Ты должен прекратить это, Пирс. Просто останови проект. Только ты можешь это сделать. Знаешь, я знал, что работать в ночные смены во время беременности было плохой идеей. Что? Тебе нужно отдохнуть. Нет, у тебя истерика. Я поговорю с Коди. Нет! Нужно начаться навстречу. Я прошу сестру приехать к тебе на пару дней. Люблю тебя, дорогая. Отдохни. Ты подвела нас. Пап, мы сделали это. Все закончилось. Мне нужно позвонить Пирсу. Нет! Озвучено Валдаем специально для канала Epic Type.